Уже все. Ребята, хочу представить вам мою отличнейшую рулетку CSGO Fate. Здесь все довольно просто. Заходите, ставите свои скины из CSGO и выигрываете ставки других. Могу гарантировать вам, что на этой рулетке нет абсолютно никакой подкрутки. Эта рулетка славится своей честностью. Кстати, я сам здесь очень часто играю. Да что уж там, даже сам Батёк со школьником здесь играли. Что ж, обязательно заходите и играйте со мной. Ссылочка на сайт будет в описании ролика. Здорово, братишки! Вот и подоспела новая часть «Будней Сильверов». Мы очень старались для вас, поэтому обязательно поставь лойс под видео. Что ж, приятного просмотра! Тихо, я, пацаны, смоук кидаю, смоук все идем. Все пацаны выходим, выбегаем. Бежим, 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 давайте. Не стреляйте, не стреляйте. Да, и на тебя запрыгнуть. Тихо, тихо, тихо. Контрол нажми. Я прыгну. Давай, пацаны! Ладно, нормально. Давай, прыгаем. Давай. Десантируемся. Давай, давай, я режь, почешу, режь. Я почешу спину немножко. Почешу уже. Underground. А ты не попал! Я тебя убил! Я стрелял по пацану. Писюн, давай поиграем в колобка, знаешь как? Нет, давай объясни мне правила. Вместо писюн, за место колобка подставляем писюн. И чё? Писюн, писюн, я тебя съем. Ну ешь. Что-то какая-то странная игра на самом деле. А ты должен был ответить, я от тебя убегу. Нет, а ты ешь. А они уже здесь близко. Давай, короче, 3, 2, 1. Ой, найс, пацан спрятался вообще. Серьезно, он его не видит? Ой, еще идет, смотри, слева. Какой акция. Давай, мы в тебя не верим. Ты пидор. К, командная игра. П, поддержка. Ты петух, у тебя ничего не выйдет. Ты никогда не сможешь. Да. Ты вообще никто. Вы слабое звено. Тебе никогда ничего не выходило. Я же говорил. Давайте, ребята, кикнем его. Все, выгоняем слабое звено. Выгоняем, да. Сейчас почешем пацанам задницу. Мядю. Спасибо. Немножко подбодрил меня. Найс, найс. Убил. Смотри, смотри, смотри. Подпрыгни. Иди, иду, иду, иду. Тихо, ты нормально стоишь? Давай чуть-чуть поближе. О, бля. Я ему подвигаю. Смотри, смотри, смотри. На него. Я рыба-пенис. Вот я только хотел поинтересоваться по поводу твоего ника. Я люблю просто такую рыбу. Вкусная, да? Да, есть такая рыба, но она вкусная очень, на вкус. Ну, как бы, если еще голову убрать, то нормально такая. Я сейчас свернусь и загуглю. Ты же... А, смотри, ладно, знаешь, как... Не знаешь. Ну все же, я загуглю. Знаешь, как пишется, короче, введи. Рыба, голова, дефис, пенис найдешь. Окей. Господи, слушай, что за жесть? Че, загуглил? Зашел да. В КС поиграть. Как тебе рыба? Круто, я тебе скажу, особенно голова ее. А ты бы съел ее? Ну, за сотку, да. Ну, жить люди не смогут после этого. Я сразу после катки пойду вскроюсь. Ты че стреляешь? Да отойди, блядь! Пацаны, короче, на Б нужно врываться. Давай, желтый. Сейчас, давай, пошли. Говори стратегию нам.
Нам надо почесать яйцо. Давай найдем его. Давай, вот оно. Чешем. Подожди, где чесать-то? Где чесать? Вот тут, вот тут, да. Вот он, да. Чеши. Сейчас почешем. На удачу. Да, вот. Правильно. Вот тут почаще. Вот тут надо было. Да, но ему не надо. Разок. Конечно, спасибо. Не сработало. This song for you guys. Калинка малинка song. Линка малинка. Nice man, nice. Опа. Кто там на балконе, по-моему, сидит, пацан? Я подпер пацана, он сгорел. Урод, ебаный, блядь, мсти! Ой, блядь, что ты можешь? Пизда тебе нахуй, блядь! Сука, патрон, иди сюда! Я могу до конца! Ты не уйдешь! Не уйдешь! Сука! Ааа, блядь, проигрываем, сука! Что нужно сделать, чтобы выиграть? Увеличить ботекс члена. Ботекс? Как ботекс сделать на член? Пылесосом, сука. Бля, я вот во втором раунде попробую член увеличить пылесосом. И поленюсь достану. Давай. Чё, кому авит, пацаны, кому авит скинуть? Блядь, пацаны, как больно-то! Блядь, а он сейчас не дошёл, так у меня член засосал и не вытаскивает. Хуй ты жёшь-то? Блядь, скоро мамка с работы придёт, а я, блядь, тут с голым членом в трубе пылесоса. Попробую маслом, короче, полить. Блять, я чуть-чуть до кухни с пылесосом пойду. Ладно, похуй, пока так поиграю. Сейчас, короче, ворвемся на плент. Зевсом. Вот так вот берем. И просто диффузим. Почему бы и нет-то? Ну правильно. Ладно! Я просто задиффузил. Зеленый, синий. Все, я тебя спас. Спасибо большое. Ой, не спас. Там еще один был. Ты че меня наебал? Бля, пиздец голос. Давайте скинемся Игорю на общение. Ну, помираю уже, все, не могу говорить. Ну все, смотри, какой голос. Такой голос конченый. Что с вами, молодой человек? Ты чё, блядь, охуенный? Чё, их разъебу, нахуй? Мне кажется, у вас что-то не то с голосом, молодой человек. Мне кажется, всё угарно. Такой голос, блядь. Вот, я думаю, после того, как вы рыгнули, вам поможет. Ну как бы, да, вылечился, всё. Он только, короче, рыгнул, голос починил. Что он сделал? Что это было? Какой конч! Дай я на тебя запрыгну, чтобы так, типа, красиво выглядело. Типа, настоящий спецназ там орудует. Типа, ОМОН. ОМОН. Кстати, видно через щель нормально. Да. И сейчас так они... Тихо. Все, убегаем на А, выбегаем на Б. Выходите с поднятыми руками! А, ну никого, ну ладно. Бля, под дверями. Я почти вошел в роль. А где бомба-то, эй? Баргаль, скиньте бомбу, пожалуйста. Это как мячик. Только бомба выйдет? Бомба выйдет. Идет. Идет, тихо. Ждем, пацана. Главное, тебя не убить, в самом случае. Было бы клевенько. Мне кажется, он нас ждет. Лёша попал! Я убил. Тихо, они там все. Ждем. Я вижу. Есть. Сейчас всех заберем. Блин, патронов не хватило. Смотри. Я, кажется, должен его убить. Смотри. Окей. No problem. К
Кстати, ребята, мой друг, с которым мы снимали все части «Будней Силлеров», а также недавнее видео с троллингом иностранцев, открыл свой канал, на котором вы так же, как и у меня, сможете увидеть угарные видосики. Обязательно поддержите его канал подпиской и лайком. Ссылку на него вы найдете в описании. Всем большое спасибо за просмотр, друзья! Не забывайте ставить лайки, если понравился выпуск. Также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить продолжение этой рубрики. Что ж, а с вами был MoreGames, всем удачи и до скорых встреч! Я там сил заботился, нормально. Чё, ещё одного можно?